Ну что же, здравствуйте всем, дорогие друзья, с вами Донбасс, с вами StarLadder TV, и мы врываемся на 7-серию 7-го сезона StarLadder. Раунд у нас 4-й, и играют у нас такие команды, как Wond 5 и команда Tempo. Играют они, ребята, уже второй матч в серии Best of 2. Первый матч у нас одержали победу. Первый матч одержали победу у нас ребята из команды Tempo. Ну и посмотрим, как же сыграют ребята второй матч. Напомню, это игра очень принципиальная. Играется эта игра, последняя игра в группе за выход из первого места. Кто же выйдет из первого места у нас? Да. Ну и вроде бы, я думаю, можно уже переходить к игре. Вон 5 забанили у нас Деваура, Нагу Сирену, Профета, Висаджа и... Спирит, Шторм Спирита. Tempo забанили у нас Батрайдера, Дарксира, Чена, Магнуса и Баунти Хантера. Что же у нас по пикам видим от команды Tempo? Life Stealer, Вивера, Нукса, Шадоу Демона и Темпер Ассасин. Ну и команда Вон 5 видим Ио, Хаус Кнайт, Рубик, Дум и еще не хватает им Мидера, вроде бы, как я понимаю. Или же Хардлайнера. Посмотрим, как сыграют у нас тут. Что выберут ребята. Мидера или хардлайнера. Что можно быстренько сказать по пикам? Команда Tempo. Tempo Assassin пойдет у нас на middle lane. Nux и Shadow Demon будут два саппорта для лайфстиллера. Ну и Вивер отправится у нас в сложную линию. Триплой от команды Tempo можно пойти на хард линию, где неплохо, наверное, будут стоять ребята. Там убивать можно будет. Команда Вон 5. Ио, Хаус Кнайт, Рубик. Трипла. Хочется отметить, что Ио и... Да, вообще Ио какая-то в керри, вообще убийственная сила получается. Ну, посмотрим, как сыграет с этой убийственной силой ребята из команды Вон 5. Ну что же, Queen of Pain берут ребята из команды Вон 5. И, как мы понимаем, Вон, точнее, Рубик отправит... Какой Рубик? Дум отправится у нас в сложную линию. Да, включаю вам экранчик. Ну и вроде бы все. Вроде бы все. Так. Ну, я думаю, можно уже представлять команды. Со стороны Radiant, команда Tempo. На Вивере у нас играет Форчик. На Templar Assassin у нас играет Электродак. На Shadow Demon у нас играет TCSNaySkille. Ну, как-то так вроде бы прочитал. SPX играет у нас на Нуксе. Ну и на... Джет играет у нас на лайфстиллере, да. Сторона Дайр, команда Вонт 5. На Хаус Кнайте у нас играет Риенс. На Рубике у нас играет Make Me Smile. На Ио играет у нас Go Play. I am Void, I am a Hero. Играет у нас на Queen of Pain. Ну и B4R играет у нас на Думе. Так, ну... Видим, как по линиям расположились у нас ребята. Все-таки видим мы триплу в сложной линии. Ну и тут видим уже забегание от триплы. От триплы команды Tempo. В чужой лес. Где, наверное, расставят они варды, как я понимаю. Просто так они не пойдут туда. Ну и, как я говорил, можно. Можно, даже нужно, наверное, ребята из команды Tempo тут навязывать очень большие драки, очень громкие драки, ну и мешать как-то Ио получать свой 6-й левел, да и Хаус Кнайту тоже надо получать левел, там на первом левеле, подождите. 2-3, да. Ну, если станчик 4-го левела будет залетать, то там борода уже, как мы понимаем. Это такое. Ну, гоу давайте. Гоу-гоу-гоу. Также хочу напомнить, что я читаю я чат на Твиче. twitch.tv/StarLadder8. Не забываем подписываться, фолловить, точнее, за каналом. Ну и все такое. Также ссылочка на мой паблик vk.com/streamdonbass. Не забываем подписываться. Все анонсы, воды,
результаты матчей, все, там, не знаю, что может быть, видяшечки какие-то интересные, смешные, полезные будут, куда же постятся, да. Так, ну, ждут ребята, наверное, хотят ФБ забрать, но, или нет, или крипов переманить. Да, именно крипов они хотят переманить, ну и, что-то я не понял, план у ребят. Как именно это все будет? Ага. 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 Ну, теперь я понял все. Теперь я все понял. И вот он смог от саппортов. И этот смог у нас приведет, наверное, на мидлейн. Или все-таки нет? Или все-таки да? Или все-таки нет? Давайте посмотрим. Ну, ждут ребята чего-то. Ну и есть команда заходить на ХГ. К ребятам. Вон 5. Queen of Pain тут очень-очень сильно агрится. Видим, пол хп у него нет. Ну, тут же Shadow Demon прячет Disruption. Тут же есть Nux Assassin, который будет ловить. Ага, Queen of Pain сюда отпрыгивает. Ну, есть у нее ботл уже. Так что ей уже не страшно. Ей уже не страшно. Нормально бежит. Отъедается танго. Что у нас тут? Видим. Вивер против Дума. Вивер против Дума. Ну, что можно тут сказать? Вивер, рейнджевой герой. Ну а Doom достаточно плотный, также мы знаем. Может он своим первой способностью, точнее, съедать какого-то крипа, ну и будет он лечиться от этого крипа, да. Вот так вот. Но я не понимаю, почему ребята из команды Вон 5 ничего не делают с этим властелером, который можно тут вообще на изичек забирать. Знают. Должны знать ребята из команды Вон 5, что два саппорта находились у нас на мидлейне, ну и пластилер просто... Что там пластилер убить? Расплюнут просто. Тем более, там, не знаю, риф, стан, его тизером там еще застанет. Вообще красота просто. Ну, опять же, почему-то не хотят ловить у нас пластилера. Не знаю. Это грязь. Включая крипстаты, да, забываю включать. Ну и смотрим. Смотрим. Ну. Даже не знаю, тут больше проседает Queen of Pain или все-таки Templar Assassin. Ну. Не знаю. Приходит обратно саппорты, ребят. Саппорты команды Темпа, точнее. Вот что я хотел сказать. Ну и. Не знаю. Опять я не знаю. Ну, пришли, окей. Ну, а навязывать драку какую-то тут ребятам. По-другому тут просто в сложной линии нечего делать. Трипле. Такое, что у нас здесь? Третий левел, и тут третий левел тоже. Тут четвертый после четвертого. Базилочка есть у Вивера. Вивера, наверное, через Акилку опять будет идти. Как и в том моменте Вивер. Ну, посмотрим, как оно все будет. Так, Нукс. Отвод почему-то не сделал, ну. Были, наверное, причины на это. Так. Shadow Demon. Ну, стоял же тут вард. Почему бы раньше это не сделать? Почему бы раньше нельзя было заагриться на эти на отвод этот, боже мой. Я уже путаюсь просто в словах под вечер. Не понимаю. Так, что у нас тут? По-моему, тут уже Blink Strike или как это? Shadow Strike. Нет, первого левела. Видим, через крик идет у нас Queen of Pain. Ну и тут у нас ловят... Вот саппорта Shadow Demon, приходит Queen of Pain, проливает первую кровь. Также тут нарезают у нас Нукса. Нукс, может, Карапаси у него есть? Карапаси. Есть Карапаси. И живет. Импейл на развороте дать хотя бы для своих же тиммейтов. Нет, не дает. Не дает. Ну и с иллюзиями, с хостой приходит сюда у нас Queen of Pain. Ну и сейчас тут нормально просядет, мне кажется, уже Templar Assassin, да. Ну, в Melt села. Ну, а Dagger все равно торчит из-за спины у нее, видимо, это. Ну, конечно, такой нож в спину, это очень больно, понимаем это. Дума забрал у нас Вивер, да.
Ну и 2-1 уже счет у нас. Размочили ребята из команды Tampa. Так, закрывает у нас Disruption. Боже мой, Хаус Кнайта. Ой-ой, опять же у нас интересные бульки пошли из крестиков. Ну, какие-то недоработки. Видим, тут умирает опять же у нас Shadow Demon, который дал у нас ФБ. Ну и обратно возвращаются у нас два игрока из команды Tampa. Ну, не то. Не то, что я ожидал. Вот, триплы Tampa. Ну, это лучше что-то. Лучше что-то, чем ничего. Ну, видим, тут лайфстиль разгрызает одного, ну и все. 2-1, короче говоря. Итого, счет у нас 4-2. Есть уже ПТ-шечка у King of Pain, ну тут просто Temple Assassin так просто нас, ну, глотает. Что это просто... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, Хаус Кнайта, как я понял. А, нет, Хаус Кнайта у нас тут. Опять же, какие-то крестики пошли у нас. Не знаю. Какой-то баг. Вчера я тоже видел эти крестики от Хаус Кнайта. Не знаю, почему не пофиксят ребята из Valve. Видно, сейчас это не надо им. А, Queen of Pain приходит. Боже, не среагировал я на это сразу же. Ну, залезает у нас в Нукса тут. Лайфстиллер, поймали у нас Shadow Демона, да, минус Shadow Демон, также приходил у нас Гангали Вивера, ну, Вивер живет, видимо, это. Вивер живет. Смотрите в новом сезоне. Так, Темпер Ассасин, оставили на там, 2 минуточки пофармить. Ну и Телекинез кидает под Тауэр, тут Skin of Pain запускает свой... Блинк Страйк или как? Боже мой. Shadow Strike. Ну и ходит отсюда у нас. Таплорка. Седьмая минута. Давайте посмотрим по общей стороне. Общей ценности, точнее. Ну, видим, да. Queen of Pain выигрывает. У нас Миддлейн на тысячу... На сколько тут? 800 голды, по-моему, да. Именно так она выигрывает. Переформил тут на 700 голды Дума у нас Вивер на ботами. Ну и видим Лайфстиллер, где у нас Лайфстиллер. Ну, тут на 100 голды где-то отставание Лайфстиллера от ЦК. Ну, уже можно сказать. По деньгам ведут ребята из команды Вонт 5. И по опыту там такое. Такое, около нуля, мне кажется. Хотя там ФБ забрали, там King of Pain уже какой, ой-ой. Вивера опять забирает у нас Тайфстиллер, точнее, Вивер забирает у нас Дума. Ну и тут King of Pain приходит, забирает того же Вивера. Вивер забирает Дума и... Да, King of Pain, я думаю, что-то неправильно сказал. Опять Shadow Demon забирает, также забирает у нас Вивера. Точнее, боже мой, что я вообще говорю? О чем я вообще говорю, не пойму я. Короче говоря, продолжается у нас драка, погибает тут Ио, ну и рифт есть, рифт не прошел. Вот Хаус Кнайта приходит сюда, у нас Дум вешает свой ультимейт на нас на Лайфстиллера, 4 секунды поезжает по Лайфстиллеру, Лайфстиллер не живет. Не живет, отправляется он в таверну, сюда же приходит у нас Темплар Ассасин, полетели Жуки-пауки на минус армор, ну и... Что же, под солдкетчером находится у нас Дум. Очень неприятные мутаченцы залетают, как мы понимаем. Ну и ЦК здесь уходит. Ну и Дум тут тоже живет до конца. Просто есть у него еще станчик от Кентавра. Ну и Импейл тоже летает неплохой тут. Ну, ой-ой-ой-ой, Темпларка отправляется у нас в таверну. 9-5 счет. Queen of Pain приходит и уже готова просто уничтожать. А Виллион Став есть у Queen of Pain. Ну и Таймлэпс юзает у нас Вивер и уходит отсюда. Это просто жесть. В рейдж уходит у нас Лайфстиллер. Ванды вешаются на Дума. Минус Дум. Прячет у нас тут Вивера, по-моему. Да, именно Вивера. Минус Вивер. Через Инвест тут живет у нас Лайфстиллер пока что. Фейзы имеется и Орпов Вином имеется у Лайфстиллера. Покупает себе Брейсер. Тут что у нас? Минус Шадоу Демон.
И ловят. 2 секунды залетает. У нас там Трассасин. Что дальше видим? Ну, Хаус Кнайт живет, не живет, не живет. Видим это. 11-7. Ого. Вот так вот. Дальше идет у нас там Трассасин, видим. Ну, просто борода. Просто борода. Минуту экшена подарили нам ребята. Ну, я сейчас нужно посмотреть по графикам. 10-я минута. По опыту идет к нулю. И по голдам 2000 лидирует команда Вон 5. Ну, это благодаря там отставанию 4 фрага, короче говоря. Поэтому ребята так ведут. Хаус Кнайт, видим ПТ-шечка, видим у него брейсер. Лайфстиллер, видим фейзы, видим тоже есть брейсер. Ну, не принес себе брейсер почему-то. Что у нас тут? Вивер, видим, через ПТ будет идти. Есть у него Ring of Health. Будет это, наверное, Персеверанс, после чего выход Ликансферу. Дум, видим, базилочка. Видим, также у него одни когти. Ну и фейзы будут у Дума, понимаем мы это. Что у нас тут? Нож в спине у Тамтра Ассасин. Фейзы, 700 голды у Тамтарке. King of Pain, a billion stuff. Ну, арчит. Арчит, ждем. Так, тут у нас забегание по Т1 Тауэр от команды Вон 5. Видим минус Шаду Демон, минус также Нукс. Приходит сюда Тамдарка с хостой. Ну и она готова уже развивать тут лица. Да, минус Лайфстиллер. Точнее, минус Ио уже, боже мой. Лайфстиллер тоже тут умирает. 4 секунды принимает на себя Queen of Pain. Точнее, не Queen of Pain, а Тантер Ассасин. Боже, я уже просто сплю. Таймлэпс. Таймлэпс и бежит отсюда, да. Вивер, если надо. Тут же у нас бэйбэк был от Лайфстиллера. Импейл по Queen of Pain. Манаберн тоже влетает в Queen of Pain. Минус Queen of Pain. Рубик живет. Нет, не живет тут Рубик. Фейзы появляются у Дума на ботом лейне. Ну и Хаус Кнайт уходит отсюда. Вау. На пол столба. Да. Ну и стоят еще все товара у нас пока что. Да. Ну и барабаны, по-моему, должны лететь уже. Нет, только рецепт летит у нас к Лайфстиллеру. Видим, врывается тут Queen of Pain, получает импейл, минус Queen of Pain, даже ультимейт не дала, видим, это 2 секунды получает, стал у нас Нукс, дальше у него у нас тут идет драка, цепляет у нас Вивера, телекинезит, станет у нас тут Лайфстиллер, Лайфстиллер получает себе Дум, ну и Лайфстиллер жжет его Дум неплохо, и тебе Дума, наверное, умрет он. Да, он умирает у нас Дума, также умирает тут у нас Шадоу Демон, и, наверное, погоня пойдет аж по Тауэр за... Ну, Ксом, да, именно так делают ребята. Получается 4 секунды стана минус Нукс. Ого. Нарезал где-то у нас тут Вивер у нас с Рубика. Ну и... Сколько? 3 секунды. Вивер. До свидания. Также тут у нас Тамплер Ассасин неплохо принимает на себя весь удар. Ну и 20-12 счет. Впереди команда Вон 5. Ну и я думаю... Будет скоро уже завершение. Или не будет завершения скоро. Ну, непонятно. Не тот двор, пишет у нас его. Ну. Неплохая шуточка. 2 ТП на Т1 Тавр делают ребята. Видим, тут у нас уже затизерил. Вовремя у нас тут его. Тем самым застанев... Лайфстиллера. Ну, получает 4 секунды стан у нас Нукс. Прячет Нукса у нас Disruption. Нукс. Нукс пока что живет. Юзает стики, живет дальше. Минус Нукс, минус. Нет, это грязь. Минус Shadow Demon. Минус Templar Assassin. Ну, еще и ловят тут у нас Вивера. Вивер. Вивер. King of Pain прыгает. Скрим. Лайфстиллера. Поймали, я так понял, да, поймали. Никуда он не уйдет, да, минус Лайфстиллер 24-13. Но Рупов маги выпил у нас Лайфстиллер, но это самое главное, что у него появляются барабаны. Так. Ну и что же? 2700 у Дума.
А дальше идем. Че вы? Вон 5. Дальше до конца, до трона просто. Идти убивать. Ребята, стампа. Вся игра получится. Ну, минус Shadow Demon там. Рифстан, тизер. До свидания. Понимаем мы это. Ну, есть Варчарч у его. Можно его как-то проюзать, я думаю. С Хаус Кнайтом тут связаться. И будет побыстрее, будет, понятное дело, Тауэр. Вивер. Минус Т1 делает у нас на топ, на мидлейне, точнее. Тут у нас ребята потеряют второй тауэр, да. Так. Хаус Кнайт его уже готовы врываться. Заходит уже под Т2. А, господи. Ну, грязь просто происходит. У нас Хаус Кнайт, видим, будет покупать себе БКБ. Есть Угры Клаб, есть Хаммер. Ну и готовится. На этот, на рецептик готовится. Так. Да какие вообще паузы, я не понимаю. Пол 11 по украинскому, пол 12, по-моему, по Москве, ну и по сета там у нас пол 10. Ах. Грязь. Что у нас в чатике? В чатике у нас пока что ничего интересного нету. Все молчат, все не очень хотят общаться. Что по голосованию? По голосованию ребята из команды Вонт 5 должны победить. Ну, как видим, что-то не получается. У них это сделать, ну. Один-один, мне кажется, будет. 2-1-20 у Хаус Кнайта. Да, забавно. Забавно. Ну а давайте посмотрим по фрагам. О, Ио. 9 убийств сделал. 3 раза умер, 10 ассистов. Дальше Queen of Pain, 8 фрагов, 2. 8-2-5, будем так давайте говорить. 2-4-11 Рубик. 5-3-4, видим Doom. И 2-1-20 Хаус Кнайт. Темпа. 1-5-6 Нукс, 1-5-1 Тавтор Ассасин, Властелер 6-4-3, Вивер 5-3-2, ну и Шадоу Демон, мой фанат, точнее я его фанат, но 9-4, неплохо, неплохо. Да, отпускается у нас пауза, ну и поехали смотреть мы дальше за происходящим. Так. Гем покупает его, чтобы видеть виверов, нуксов и таких подобных. Ну вот, видим нукс. Находится с лайфстиллером. Ну и лайфстиллер выходит. Ну, лайфстиллеру надо было бы подождать немножко, чтобы инфест нормально зашел по Рубику. Ну, норм, Рубику и так заезжает нормально от дэмэджа. Так.
ЦК прилетает у нас гем, ну и ЦК уже готов просто врываться и бить всем там. Разбивать, бить всем, ну, вы поняли, наверное. Так, минус Т1 тавер у ребят из команды Темпа на видолейне, ну и ребята из команды Вон 5, наверное, пойдут дальше. Дальше давить просто. Пока есть преимущество, нужно им это преимущество. Просто не просто взять в руки, а обхватить двумя руками. Засунуть это преимущество по локоть. Зубами рвать. И все тому подобное просто. Минус центр ассасин, видим, морчит малевалианс. Появляется. У Queen of Pain. Ну и минус Т2. Ну и надо еще вот эту линию сломать. Вот эту. Или нет. Опять крестики пошли вот Халск Найта. Это, по-моему, ультимейт дает эти крестики, ну. Минус 3, бьются бараки, прилетает сюда у нас. Нукс, минус Нукс, лайфстиллер тут уходит в думе подальше. Рецептик нужен на армлет еще у нас. Ну и что же. Что же. 2 секунды, потом Ассасин не зашел просто сам в Хаос Найта, понимаем мы это. Очень сильно повезло просто кому-то. Ну и опять возвращается Ластилер у нас в драку, видим тут, что происходит. А что у нас здесь происходит? Минус Тантер Ассасин, видим. Также пробивает туда минус Шадоу Демон, байбек от Тантер Ассасин, байбек от Шадоу Демона. Ломается второй барак на мидлейне, ну и, мне кажется, должны отходить тут ребята, не их не тут дело, ванды вешаются у нас на Нукс, точнее на Ио, минус отправляется в таверну, также Халск Найт неплохо тут пробивают его, ну и Халск Найт тоже отправится в таверну, видим, Queen of Pain заходит, минус Queen of Pain, непонятно, что делать тут Queen of Pain, почему не ушла вместе со своими тиммейтами, ну и Refraction имеется у Рубика, угу. Вот так вот. Думу прилетает Владмерс, есть также у него мека, видимо это. Давайте быстренько по артефактам пройдемся, БКБ. Рецептика, Хаммер, должен где-то тоже быть, по-моему, да. Хаммер тоже имеется, Рубика все-таки нашли, где-то убили, Рубик под Т2 умер. Ну, да. Так, тут у нас БКБ, тут у нас форстав готовится, тут у нас малевилианцы 1400 сверху, ну и его Орну купил ПТ. Так, Ликансфера появляется у нас у Вивера, ПТ также имеется, Базилочка, Шадоу Демон, Гем, Тапок, Лайфстиллер, видим, Армлет, видим, Барабаны, Фейзы, Темплар Ассасин, Брейсер, Фейзы и, по-моему, летит, что летит? Горклаб прилетел там про Ассасин. И Нукс видим. И Гем. Видим Прейсер, видим Арканы. Да. Queen of Pain. Нужно быстренький топ-аут делать и как-то... Ой-ой-ой. Ну, блинк есть. Блинк есть, но не успевает этого сделать. Сносят быстренько ребята из темпа. А то Queen of Pain бедненькую. Ну и... Счет у нас 30-19. Давайте взглянем на графики, что у нас тут происходит. По опыту возвращается все к нулю. Ну и по голдам было за 10 тысяч. Сейчас переходит график к 8 тысячам. Да. Да. Жуки-пауки полетели, ну и все-таки прилетели жуки эти пауки. На Рошана, ну и где? Где-то та самая драка, та самая ночь. На. Боже, что тут только не происходит. Ну, минус Тантор Ассасин наконец-то грызут тут его получает тут Импейл минус его, минус также Рубик. Ну, тут Дум с Хаус Кнайпом, наверное, сейчас наделают тут делов всяких интересных, но нету, к сожалению, гема у ребят, и поэтому никак не могут они найти тут ничего.
Ну, зато минус у нас Нукс. Также Shadow Demon отправляется у нас в таверну. Ну и... до конца дерутся ребята. Лайфстиллер клацает тут армлет. Ну... клацает это клацает. Вешаются ванды у нас на King of Pain. Ну и King of Pain убьет ли... Нет, не убивает Лайфстиллера. Лайфстиллер просто... знатно жмакает армлет. Байбек был от Хаус Кнайта, понимаем это. Два минуты... Два минута залетает просто. Стан по Лайфстиллеру, минус Лайфстиллер. Ну и тут его тоже умирает. Не знаю, во сколько драка у нас получилось там. Ну, неплохо зато. Ну, до конца просто вивер идет, видимо, это. Пауки полетели, ну тут еще. Боже, King of Pain, ну. Умрет, нет. Заходит на ХГ у нас форчик. Вовремя за таймлэпс. Ну, тут можно на развороте раздать. Дум. Ага, Дум не видит этого. Я понял. Ох. Так, ну и опять на Рошана заходят ребята из команды Вонт 5. Ну и будет опять попытка номер 2 забрать этого товарища. Ну, видим, как грамотно стоит ИО. Дает оверчардж у нас Хаус Кнайту, то есть ИО, если что, не поставится, то есть может сразу же улететь, если вдруг тут начнется какой-то экшен невероятный. Но опять залетает минус армор от того самого под названием Вивер. Ну и тут начинаются инфесты. Хейтят у нас Дума, Дум умирает. Юзается БКБ от Хаус Кнайта, ну и хороший ультимейт от King of Pain, видим. King of Pain отправляется также в таверну. Байбек от Дума. Ну, 2 в 1 пока что у нас ситуация. Так, станет у нас Shadow Demon, минус Shadow Demon. Грызут у нас ИО, минус ИО. Ну и 3-4-2. Приходит сюда Дум, Дум. Дум. Ну, ловят. Ой-ой, хороший крит прошел по Лайфстиллеру, видим. Минус Лайфстиллер, 4 в 3 у нас размен. Ну и не прошел рифт по Виверу. Лигансфера сработала, понимаем это. Ну и на этом наконец-то драка, наверное, закончится. Пол столба нету Рошана, видим. Ну, быстренько регенится, поэтому сейчас нормально наберет сейчас ХП Рошан. Такое. Опа, рифт, 4 секунды по King of Pain, сюда, точнее, не King of Pain, а там Тензор Ассасин просто прилетает сюда King of Pain, поэтому я сказал, также сюда прилетел у нас ИО, и он, наверное, отправится своим Хаус Кнайтом от фонтан, да, именно это он и делает. Сейчас тут Хаус Кнайт еще что-то купит, интересно, такие как барабаны, мне кажется, или нет, ну, барабаны, right click. Да, именно барабаны. Кто первую игру выиграл? Темпа. Выиграли первую игру. Так, ну, опять же. Вивер летает. Нет, не влетает. Застанили Вивера. Айгис-то, вот там Тарасесин, да? Да, вот там Таркер, Айгис. Все понятно, все понятно. Минус Рубик. БКБ юзает у нас Хаус Кнайт и бежит отсюда подальше. Нет, все-таки на развороте, наверное, пытается сейчас раздать как-то. Помочь своему тиммейту. Да, рифтают у нас тут Тамплерку. Минус Аэгис, видимо, и ПЛ по двоим будет отличный просто. Ну и... боже, какой же тут экшен происходит? Просто я уже не могу говорить все минуса, которые тут происходят. Такая грязь вообще. Китайская дота просто завидует этой игре, этим двум командам, точнее, как они могут столько фрагов делать за игру. Дурдом.
Ну, немножко не повезло тут ребятам, хотя 4 секунды входит тут Хаус Кнайта, ну и сейчас ребята возвратятся опять. Нет, Ю один возвратится назад. Ну, очень далеко улететь. Хоба. Прилетает сюда. Дезолятор появляется у Вивера. Давайте опять же пройдем быстренько по этому. Shadow Demon, видим тапок. Видим тут у нас у Вивера Ликансфера. Дезолятор, ПТ, что же у Ластиллера, Belt of Strange, Джевелин будет это Башер, здесь амблет, фейзы, барабаны, там Ассасин, видим фейзы, Огр Клаб, и Нукс, видим два Брейсера и Арканы. Хаус Кнайт, Гем, барабаны, ПТ, БКБ, 1500 сверху, Дум, Госсептор, Мека, Владмирс, Пейзы, Рубик, даже, а нет, Арканы, Форстав, что же Queen of Pain, Арчит, ПТ, этот, как его, Госсептор, ну и его ПТ, Урна, Просвет, Ботл, да. Так, ну, как я и говорил, пошли ребята по миддл-лейну, забрали Т1 Тавр, также заходит на Т2, и тут начинается драка. Опять крестики летят от Хаус Кнайта, копают у нас ИО, ИО отправляется в таверну, или нет, да, отправляется в таверну, он, видимо, это. Тут же забирает у нас ребята Вивера. ИО байбек. Ловят тут ребята у нас там Трассасин. Ну, а Лавсилер делает там. Минус 2, по-моему, сделал. Если не ошибаюсь. Ну, и прилетает сюда у нас его. Ну, и улетают ребята, да, на респаун. Арблит покупает Хаус Кнайт. Ну а Queen of Pain, Queen of Pain, точнее, 4000 есть у нее. На что она собирает? Сложно сказать. Тоже МКБ, тоже БКБ, тоже, не знаю, там. Что-то еще такое интересное. Мне кажется, БКБ сейчас будет от нее. И Дезолятор. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Минус 6 армора. Да. Минус 6 или минус 7? Минус 7 армора. Было минус 6, сделано минус 7. Неплохо. Башер появляется у Лайфстиллера. Ну и посмотрим сейчас, какая вероятность будет у Джеффа. Каждая вероятность разная. Ну, 25% это сколько? Из 100%, из 10 ударов 2,5 должна быть проходить какой-то баш. Так. Хаус Кнайт входит у нас на ХГ, 2 секунды с Темплар Ассасин, взяется БКБ от Хаус Кнайта, раскладывается тут у нас Хаус Кнайт, крестики пошли просто на весь экран у меня, задумили тут у нас Вивера, Вивер отправляется в таверну, Нукс даже в таверне, Ластиллер тоже в таверну, Shadow Demon в таверну и Queen of Pain, точнее Темплар Ассасин последний остается тут. Минус 5. Минус 5 вот ребят. И ребята заходят просто на Т4. Ломают Т4. Товара, видимо, это. И ГГВП пишет у нас Templar Assassin. И это счет у нас 1-1. Ну и у ребят становится по 9 очков в группе. Ну и кто выходит с первого места, я даже не знаю. Не знаю, как там считается. Короче говоря, эта игра ничего не решила. Вот так вот. Ну и все-таки один фраг сделал. Shadow Demon не сыграл в ноль. Как иногда делаю это я. Или же другие товарищи. Ну, короче говоря, все нормально. Все нормально.